Итак, всем привет! Сегодняшний урок называется «Как установить античит UTP 8.1 на Windows 8». Многие ошибаются, что когда установили этого античит, у них влазит такая ошибка UTP.exe, неустранимая ошибка приложения. И тут d3d9.dll unknown модуль, что этот модуль не является системным файлом вашего компьютера. Суть в том, что мы должны заменить этот файл и сделать этот d3d9.dll, этот модуль системным файлом. Итак, начнем. Во-первых, зайдем в мой компьютер. Диск C, и там Windows, и в Windows найдем sysvol64, такая папка. И тут мы должны найти d3d9.dll. Сейчас. Вот, d3d9.dll. Мы должны его заменить. Ссылка на эту файл будет под видео. Вы его скачаете и закидываете в этот в эту папку. Когда вы закидываете, у вас возникает такая, ну, тоже ошибка, что вы не имеете полные права, что вы его замените, скопировать или удалить. Чтобы эту ошибку устранить можно легко. Нажимаем свойства и безопасность. И тут видите, у вас нет полного доступа. Здесь не стоит птичка. Теперь мы его заменим. Нажимаем дополнительно. У вас тут владелец стоит не такой, а другой ставить. Мы нажимаем изменить. И тут пишем вашу имя компьютера. И символ, вот такой символ ставим. И ваше имя. Ну, и нажимаем проверить имена. Вот. У меня все совпадает. Вы должны писать свое имя или название вашего компьютера. Или владелец там. Да, проверьте имена, и вы нажимаете ОК. Вот. ОК. Вот. Владелец, теперь я. Система, вот, полный доступ, все полный доступ. Нажимаем. Ну, тут ОК. И ОК. Все. Нажимаем ОК. И заменяем этот файл. Вторая проблема. Это... Короче, ваш, который вы скачали эту UTP, не может быть, оригинал. Вы должны скачать оригинальный UTP с официального сайта. Ссылка будет под видео. Думаю, что это видео вам поможет. Итак, всем до свидания, всего хорошего.